условиях. Карен дилетант. Я как выхожу из агентства, у меня всегда автомобиль какой-то перед ним назад едет, там тормозит странно, как будто бы нихуя, я не успел прогрузиться, а тут уже игрок вышел. В России предложили запретить крупнейший сайт с фанфиками, об этом заявил представитель РПЦ. По его словам, это целое сообщество. И вот я сейчас тебе вырезку зачитаю. Мне теперь почитать захотелось. Название вот, например, да. Так. Если бы кто-нибудь знал, автор китайских женщин... Женщин, да? Блядь, и подожди. Сейчас я хотя бы офисер возьму. Автор китайских женщин. Нет, блядь, русский мужчина. Почему мужчина в женском роде? Слово мужчина в женском роде. Почему, блядь? Кринж. Подожди, мне же не показалось. Да, там китайские женщины написано. Пэринки персонажа. Никола Ковач и Лео Оси. Меткие. Она нерга. Мейл дом, риминг. Ну не православно, согласен. А что запрещать? Надо наоборот пропагандировать, что это плохо, не запрещать. Просто все запретное, ну. Я приду туда, где ты. Пэринг. Егор Григоренко, Иван Москаленко. Какое ему дело до Матвея, если его всегда интересовал Ваня? Это типа отсылки, да, то, что ты уже съебался в тунту. Ты понимаешь, что это запрет? Вот я, мне вообще до этой секунды было похуй на фанфики, но теперь их стали запрещать, и стало интересно, типа, у кого там энергия происходит. А, кстати, это твой первый раз? Спросил Мин. Да, что? Застенчиво, сказала Рози. Вот мне повезло, сказал Юнги. Он начал ее нежно ебать. Розе получила такое удовольствие, какое она никуда не чувствовала. Через 30 минут Юнги скончался. Понял, типа, скончался. Надо запретить еще. Бля, красивое небо. Бля, я хотел... О! Я знаю, что хочу. Пиво. Так вот, пока мы едем... Пиво, кстати, нет, пиво я не пью. Да я постоянно говорю всем, что я не пью, да на самом деле чехаря могу наебнуть. Поэтому сейчас фастом заберу. Что хочешь? Айпад хочу. Нахуя, блять? Смотреть аниме на нём. Да, блядь. Но я хочу, чтобы мне Тим Кок сдал свой кок попробовал. А, я хочу Сайбертрак, потому что мечтаю, чтобы Илон Маск прокатил меня на своей ракете. То что, это стоник? Что у меня за патч на левом плече? Ну да, стоник, только немножко размыто, чтобы автобусские права не влетели, блядь. Ты видишь, как... Что у меня с рукой? Сигарета летает. Ты видишь, это... Нормально. Вот это я называю затянулись, да, затянулись, блядь. Иншаллах, иншаллах. Люди тупые, не доверяют мне, не стрел в мои нервные руки. Попса хуйня. Банки тоже хуйня, все хуйня, кроме меня. Квестар у меня есть в плейлисте, в том числе. Два отдельных таких. Блять, ты видел? Я об детку ёбнулся. Fucking punk. Три раза сразу, нихуя. Называется миссия из Фаркая, да, как это говорится? Это миссия с GTA San Andreas, блять. Мы правде сжигаем траву совсем, что ли? Какой Far Cry, нахуй? Far Cry похуй. За старое взялся? Что за хуйня? У меня телефон в игре. Я жму на колесико мыши, жму на стрелочку вверх, у меня телефон не открывается, блять. Что за хуйня? У меня украли телефон в GTA, ты понял? Пиздец. У меня кто-то его с кармана спиздил, поэтому я не могу его открыть. Вот Лос-Сантос ебучий, блять. Не открывается телефон, я хуярю по стрелке вверх, по колесику мыши хуярю. Пиздец. Сотик спиздили. Блядь. Цыгане ебаные. Надо на барахолку, да, на радиорынок? На барахолку, куда сходить купить все новые ирхоны 3G.
Все равно не открывается. Блять, быстренько сменю сессию, тебя снова приглашу. Либо перезайду нахуй, я не могу без телефона, надо же зайти в ТикТок, там полистать, что там новое у Фейса или кто там в ТикТоке. Вот эти все, Даня Кашин, я уже не знаю, блять, эти... Даня Кашин, да. ТикТоки ваши. Не. Я смотрю аниме. Одобряю. Я очень круто. В сюжетке-то у меня телефон откроется, сука. У меня не откро... У меня даже уведомление о сообщении. То есть у меня модуль телефона в GTA полностью отгрузился, блядь. Мне надо в игру перезаходить, чтобы у меня вернулся телефон, блядь. Ну а... Бля, вот прикинь, да, покупаешь лайскраб, да? Самый типа, народный, да, самый вкусный. Кто сказал? А потом краба в ресторане заказываешь? Чё-то на лайс не похож. Значит, ресторан хуйня. А вообще, я считаю, что зеленый лук более народный, но краб это более экзотично, ну как ты думаешь? Я думаю, да. Зеленый лук, это, кстати, давно не пробовал, да? Ну он такой, не знаю, зеленый лук это вкус детства, вот мы с ним на пляж ездили, туда-сюда, а краб... У меня два вкуса. Угу. Какие? Зеленый лук и бекон какие-то. Бекон? Не знаю. Бля, ну бекон это ядреная хуйня, такой прям пиздец, да. Ну да, но в детстве... У меня и цвета ассоциируются с чем-то плохим, вот я просто говорю. Зеленый лук еще нормал, а бекон вообще. Вот бекон давно не видел, кстати. Сейчас в основном Лейс Макс, кстати, рифленые, со всякими крылышками. Mm-hmm. Лобстеры, да. Но бекон это пошло слишком. Это прям ебать. Бекон, кстати, да, нету. Пиздец. И mm-hmm. какую-нибудь футболку, худи, блять. Mm-hmm. Что угодно, но с. Сука. С рок-символикой. Мяу. Ой, блять. Да как ты падаешь постоянно, блять. Сори, я решил переехать. Колбаска твою... покатился. Ай, бать, нихуя ты где? Я тут тебе по морде переезжаю, а ты, оказывается, в другом районе, блять, упал. Рассинхрон. Эй, дюд. Блять. Так, думаю, здесь я перелечу. Даже с тобой. Нет, нихуя. Сука, в итоге я перелетел, а ты остался сидеть, блять. Куда заходить? ВКонтакте. А, ВК. Да, блять. Посмотри сюда, какие скриншоты классные. Ебать. Ты понял теперь, в чем вся суть? Да, мне кажется, рок. Второй, знаешь, он такой... О, нет, наоборот, первый. На втором как-то палец, знаешь, он в небе. А вот туда тут, на втором. Ой, на первом, верно. Кто в небе? Мы палец твой в небе будто. А на первом, знаешь, мы так все под горой нежно. Да уместились. Не. А, это небо хорошо видно. Да? Хм. Это хорошо. Хорошо сказано. Хорошо, тогда заливаю первый. Бля, ну скажи, заебись, да? Это охуенно.